Я кричал: вы что ж там, обалдели? Уронили шахматный престиж. А мне сказали в нашем спортотделе: ах, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Чтобы в шахматы играть, да-да, надо очень умным стать, да-да, всех фигур привычки знать, надо знать, и не торопясь играть. Не торопись, сначала копались.